Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Cropped Shadow. Сегодня я буду подготавливать Эви к летним этапам. Задача у меня на сегодня поменять суппорта, поставить Brembo, поменять диски, поставить Brembo, сделать забор воздуха на маслокулер, потому что он стоит, видите, как далеко. Потоки воздуха идут, и, наверное, все мимо. Я сделаю такую направляечку сюда. Сверху, снизу закрою. Вроде бы как должно быть поэффективное охлаждение. Вот стоят РС-тормоза. Малюсенькие такие, не знаю. Эвик сразу не похож сам на себя. И вот у меня в багажнике. Brembo. Brembo, кстати, легче РС-тормозов, но визуально больше. Я такой приехал в гараж, думаю, сейчас перекину, а я забыл, что у меня нету ни друга, который мне может тормоза прокачать, ни шланчика нету, короче, ни ложки, ни того и ни того. Для направляйки воздуха на маслокулер я взял... Где-то на улице нашел, уже не помню, давно лежат. Два таких листочка, очень тоненьких, легких. Будем сейчас нарезать ножницами по металлу и как-то туда их ставить. Придется, наверное, колесо снять, чтобы поудобнее туда залезть. Вообще у меня в прошлом году был такой комплект, я куда-то его убрал и потерял. Наперил пластинки, буду все крепить по стяжке, все будет легко, быстро съемно. Ну вот что получилось. Осталось закрыть вот эту стенку и вверх. Будем ее внедрять. Ну вот, все боковинки собрал, кроме верхней, самое сложное это верхняя. Очень неудобно лазить, во-вторых, приходится отрезать кусочек на глаз и прикладывать туда. Остальные части все у меня собраны, отверстия, все креплю на стяжечке, чтобы в случае чего это легко было снять, чтобы они сами отцепились и не повредили мне маслокулер. Были такие случаи, когда залетаешь в Apex, ловишь ямку, еще что-нибудь там, тряска, чик, лучше пускай она оторвется, бампер и маслокулер пускай будет на месте. Ну вот, прошло примерно 2 часа, ну и моя задумка готова, не знаю, вроде выглядит нормально, а вроде бы и нет. Я так понимаю, воздух будет поступать, везде будет скользить и сразу маслокулером. Ну, в принципе, все, что запланировал в гараже, сделал, кроме замены тормозов на Brembo. Здорово, Димасик. Привет. Как оно? Да все отлично. Че, поехали вниз? Поехали вниз. О, а это что такое, Димасик? Это надо оттирать. Это резина. Это последствия зимних гонок. Тут всегда открыто, да, для всех? Не всегда. Но она, там вот сидит чувак, он следит за всем этим. Ты сейчас не сможешь, Димазов, тебе надо будет это... Рулить? Да. Как дела, Дмитрий? Короче, ты позлись сразу по всем вот этим деталям. Получается, здесь... Что скажет специалист? Что-то накапало откуда? Откуда-то. Ну, вроде оттирается. Это все сотрется. Ага. И вот тут еще такие. Если надо, даже повернем. Вот такие штуки от резины. И кусочки. От резины это прокрас, это тоже можем убрать, если не сильно глубоко залезли. Да я просто так тут... чиркнуло. Не, это все уходит вообще. Это вообще фигня. Ага. А нет.
Капотку это святое дело, это по-любому. Типа все было когда-то цветное. Двигаемся дальше. Сейчас я найду какую-нибудь красивую локацию, поснимаю эвик, расскажу вкратце, что вообще у меня под капотом, какой спек и что кого. Погнали. Вот я выбрался на прикольную такую локацию сделать парочку хороших фотографий. Здесь у нас находится Grand Hall Сибирь. Здесь стадион. Ну ладно, достаем оборудование, начинаем снимать грязный эвик. Этаже. Фотосъемка платная. Заплатить нужно в начале. Вы слышите или нет? Только что позвонил Костян. Выдвигаюсь к нему. Хотел ехать на локацию какую-нибудь красивую, поснимать машину, но, как видите, с автопарковки меня отбрили. Там, оказывается, стоит 1000 рублей съемка 1 час. На меня накричали, там туда-сюда. Сначала оплачиваете, потом снимаете. Ну, я, короче, заплатил за парковку 30 рублей, посмотрел на красивый город, вам показал парковку и поехал. Я лучше сейчас суппорта перекину вместе с дисками и буду доволен. Не знаю, успею я сделать за час или нет, но без вариантов. Здорово. Фильмы снимаешь, давай я подъеду, ты куда приезжаешь? Давай. Пушка, гонка. Саш, твои. Так, ну я, в принципе, у меня есть один домкрат, можно домкрат один у тебя взять. По одному менять? Ну все, я переодеваюсь и херачу. Вот один почти перекинул. Сначала снял один суппорт, потом одел другой. Остается только шланг перекинуть. Все-таки на сегодня план выполнен. Поедем прокатимся. Спасибо большое Костяну. Позже сниму обзор на его гаражик, какие моторы, что он строит, сколько машин. Проедемся, потестируем. Еще поставлю орошайку. Я нашел ее все-таки. Не знаю, подойдет она или нет. Вроде бы как она должна стоять справа. Поставлю орошайку на интеркулер, поставлю орошайку на маслокулер. Это, наверное, уже в следующем выпуске. В целом, что, Костян посоветовал поставить на лето пружины с занижением. Машина станет пожестче, сделать завальчик. Ну, не знаю, посмотрим. В принципе, на зимнем спеке на кольце ездить вообще, ну, не совсем как бы комфортно. И, так сказать, на тумбочку маленький шанс попасть на сток подвески. Но... Я еду на кольце, стабильно минута 0,8, минута 0,9, но если хорошо постараюсь, минута 0,7, а если я еще лучше постараюсь, я еду минута 0,6. Вот, если мне поработать над подвеской, поставить, допустим, колы, я поеду где-то примерно минута 0,5, минута 0,4, конечно, это мне еще мечтать, это еще надо поработать над резиной и над тормозами. А вообще достаточно поставить колы и можно минута 0,4, кстати, попадать. Кстати, еще такой вопрос. Мне вот, чисто мне нравится, когда нету задней юбки.
То ли что-то у меня поехала голова, то ли что, но прикольно смотрится. Я что-то не стал ее ставить. Спасибо еще раз Костяну. Если у вас какие-то вопросы есть по эвикам, по настройкам, по техническому обслуживанию, если что-то нужно купить, продать, Костян всегда вообще выручает. Вот. Если кому надо, могу дать его контакты. Спасибо всем, кто до конца досмотрел этот ролик. Ролик получился такой немного технический, может быть, кому-то покажется интересным, кому-то нет. Но я снял чисто для себя, посмотреть, вам рассказать, как и что готовлюсь. В следующем ролике машина уже будет чистая после Magnifica Car Design. В следующем выпуске расскажу, какие у меня спеки, что я хочу сделать, на какие этапы я еду. Ну, в принципе, все. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Пока.